Сегодня 35-й день моего пути новичка, и сегодня мы рассмотрим, конечно же, то, что мне выпадет, как я пройду, либо не пройду 183-й поединок. Блин, лайков 400 не нафармили, поэтому маловероятно, но все-таки попробовать стоит. И я разработал кое-какую фишку, заодно разберем еще один момент, о котором многие не знают, как я понял по комментариям, судя из тех комментариев, которые написали. И все это узнаем в этом ролике, как раз-таки. Поэтому сегодня будут классные наборы. Сегодня будет, скорее всего, алмазная карта, по крайней мере, я в это верю, будет алмазка, плюс будем надрачивать 183 поединок. Надеюсь, это все получится. Всем привет, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Я нахожусь сейчас в игре, поэтому стоит начать. Поехали! Также, ребят, на сайте gamegold.ru на данный момент проходят скидки. Переходи по ссылке в описании, вводи мои промокоды и получай самые шикарные бонусы на свой аккаунт. Сейчас происходит 9-летие в игре, а это значит то, что очень много наборов по скидкам. Например, сегодня завезли скидки на Combat Cup наборы. Поэтому, если тебе нужны алмазные персонажи по типу Джонни Кейджа ударные группы, либо, например, Combat Cup персы, то обязательно приобретай души на сайте gamegold.ru и сразу же моментально открывай наборы. Так, и что мы будем здесь делать? Телефон потихонечку нагревается, потому что перед этим я набивал как раз-таки башни классические, поэтому надо попробовать. Проблема вся этих персонажей в том, что я подобрал отряд, но Sony Blade Combat Cup не работает. Ее фиксанули, либо ее наоборот испортили. Я даже не знаю, в чем вся проблема. Может быть, испортили. А может, наоборот, фиксанули. Поэтому давайте я отыграю один поединок, попробую. Потом откроем один набор и снова попробую. Потому что там вроде добавили набор комбаткапов на четвертый день. И может, выпадет Sony Blade какая-нибудь. Это было бы классно. Поэтому давайте заходить. Рассуждать все равно сейчас смысла особого нет, что и как будет происходить. Но кто знает. Я просто продемонстрирую свою тактику боя. Она может быть не совсем правильной, но при этом схематически рабочей. Я либо я потом таланты продемонстрирую тоже, потому что таланты тут тоже стоит подбирать, и довольно неплохо. Так это еще вы должны понимать, то что здесь у меня уже немного прокачанный Скорпик, поэтому он прям четкий. Плюс мой Скорпион при спецприеме первом и набивании 90% может повесить привязку. А это тоже довольно важно. Видите, привязка прилетела. Таким образом, конечно же, этот персонаж становится имбой. Вот даже яд, как вы видите, сработал. Но при этом мы вытягиваем персонажа, мы наносим урон и далее просто-напросто двигаемся дальше вот таким же образом. Тут пока персонаж привязан, то можно особо не запариваться. У меня один поединок именно здесь, когда у Люкана оставалось всего 3000, и он нанес по мне спецприем 3 по последнему живущему персонажу. Я играл его минут 6, не меньше. Поэтому здесь такая же ситуация будет, я уверен, на 100%. Поэтому да, нужно тут немножечко хотя бы, но сохранять динамику. Вообще, да, некоторые скажут, почему ты рептайла не выпускаешь. Да потому что с этими заменами потом заколебаешься, конечно, отыгрывать все. Тут легче все-таки бить и надеяться на то, что каким-то непонятным образом я все же успею повесить именно спецприем, который нанесет фатальный удар. Ну, именно критический. Пока, видите, беспроблемная ситуация какая-то. Наоборот, проблемная. Не то чтобы беспроблемная, проблемная. Очень редко он 21 тысячу может критом повесить. Очень редко. Это меня опечаливает. Так. Вот до сих пор на 30 тысячах держусь, блин. Это жесть. Это просто жесть. Но сейчас я снова два спецприема прям накоплю сразу же моментально. Поэтому все должно быть шикарно. Так, 27, 20, 30 снова. Блин, ну, наверное, надо будет Соню. Хотя Соню Блэйд я не могу выпустить. Блин, ну что за дичь такая? Серьезно, что ли? Сколько я его лупасить буду?
Блин, ну давай, ну скорб, ну ой, скорб. Да, скорб, все правильно я сказал. Давай уже добивай его, я не знаю, честно. Кровь еще повесил. Ну давай, отлично. Блин, не того выпустил. Я что-то не то сделал, я это от радости выпустил не того персонажа. Видите, на него яд не действует, это сразу же. Я просто решил продемонстрировать его. Я просто, да, решил показать то, что яд на нем не действует. Так, далее, мы тут его немножечко отменяем. И многие говорят, типа, вот ты отменил персонажа, сейчас все будет как по маслу идти. Потому что многие считают, что после отмены перса, как бы персонаж становится чуточку лучше. Он перестает хилиться, и таким образом по нему даже урон можно наносить. Здесь мы тоже вешаем замену и снова добиваем. Рептайл, помните, яд не работает на скорбь, поэтому по факту рептайл нам нужно только, чтобы как-то Рейдена по Берику добить. Вот на нем яд держится, и далее все, что нам надо, это выбрать скорпиона, поджечь его. Ну и давай, вешай урон. Вот так вот, молодец. Раз, два, и далее еще спецприем сверху можно нанести с кровотоком. Отлично, кровоток тоже работает, кровоточек работает, и идеальненько. Бамс. Все, замену делаем, и смотрите, он, видите, все равно хилится, не работает эта штука, не работает эта срань. Давай, набиваем ему спецприем, потому что если он использует спецприем первый, то это, блин, давай, вешай, блядь, не тот спецприем он использовал, гнида, он себя поджег только. Ой, как я не люблю этот момент. Ну да, он поджигается двойным ударом, и тут вот проблема вся в чем состоит. То, что он сейчас в блоке торчит, мразота. Так, давай. Ну блин, что он сейчас перебивать перестал? Ну что это такое? Ну, наконец-таки начал. Давай. Ну что ж ты не пробиваешь ты его? Ребят, это впервые такая срань, когда вот я на запись это делаю. Он перестает пробивать его. Во, наконец-таки началось. Движуха пошла, 24 тысячи критом. Там, наверное, криты не наносились, где я кричал. Где мои криты в 21 тысячу? В 24, точнее. Ну и далее вся надежда вот на такое добивание, когда, как вы сами понимаете, вот таким вот образом у него оставалось 3к, потом он накопил себе спецприем третий, и, ну или вот так он может перебить, да. Ну тут хотя бы у меня здоровье есть, я могу как-то отсеивать такого рода удары. Далее снова выхватываем, снова вешаем увечья. Но он потихоньку уже спецприем третий копит, поэтому я не знаю, насколько меня хватит здесь, Кондратия, да. Я так скажу. Потому что, ну, по-другому, вот добивать я его не могу этим ударом. Ну, тут вот можно добить, кстати, потому что здесь он не поджигает, когда этот спецприем наносишь. Спешл прием, как я его называю. Так, специальный прием. Вот здесь вот нельзя. А вот здесь вот он блокироваться начал, мразота. Да. Здесь приходится от него отходить. И вот снова такая же ситуация. И снова я не пробиваю его вообще. Вот в этом-то вся и срань. Пробитие. Блин, ну тут, конечно, надо качать какое-то пробитие по факту. Потому что он уже включился в спецприемчики. Отключает заново. 66 тысяч. Ну и вот, он накопил спецприем третий. Любой его блок будет фатальным для меня, ребят. Это будет фатальный удар. Прям фатальный. Вот я его просто вытянул. Так, давай. Бей. Блин, ну вот видите, снова не пробивается. И вот здесь он может по мне уже наносить урон. Да, вот так это происходит. Типа, блин, такой конченый персонаж на самом деле. Конченый. Я его практически одолел и... Снова, опять такая же херня. Вот просто-напросто. Я, наверное, больше демонстрировать данный поединок не буду, потому что телефон уже перегрелся. Игра снова фризит. И поэтому все, что я могу сделать сейчас, на данный момент, это забрать души из башни, из которой почему-то не забрал. Странная ситуация. Ну, получается, две я забрал, а здесь не забрал. Потому что вроде как я забирал это всюду. 59, и здесь 46. Забыл одну башню залутать. Ну, бывает. Да, можно было бы попробовать еще раз, поэтому давайте, наверное, для начала я открою набор. Если мне выпадет оттуда Соня, то, в принципе, можно, конечно, рискнуть снова. Но это если Соня выпадет. Если Сони никакой здесь не выпадет, то это будет печалька. Это будет печальная ситуация. Поэтому смотрим, что мне выпадет из набора Combat Cup. Шансы на Соню здесь большие. И мне спецприем падает, и это Sony Blade Combat Cup, да. Я не знаю, она со 100% шансом здесь падает или нет, но при этом она у меня прокачалась. Она стала еще четче, поэтому
Да, такая ситуация. Стал персонаж чуть сильнее. Это хорошо. Ну и давайте попробуем еще один раз. Все-таки Соня более прокачанная стала. Мастерица такая. Поэтому да, надо попробовать. Не уверен, конечно, что что-то получится. Я даже здесь отряд комбаткапов собирал, потому что мне Джонни второго слияния думал затащит. Но не тут-то было. Не затащил. Но приблизительно конфа по атаке, она одинаковая. Здесь нет такого, что каждый раз что-то новое меняется. Там Рейден, например, выходит вместо Люкана. Но вот единственное, что я думал, сейчас здесь Скорпион перебьет. Хер там плавал. Перебил он. Так, ну и после данного поединка можно еще наборы на блокбрейкера пооткрывать. Вдруг что-то еще выпадет. И как раз-таки более прокачанный блокбрейкер тогда поставлю данному персонажу, чтобы получше пробивал. Чтобы Люкана мы тогда, ну точно, точно вот взяли и победили. Эй, нет-нет-нет, Скорпик, нет-нет-нет. Сейчас привязка отлетит, и я потеряю возможность одолеть данного персонажа. Да, кстати, на этой сволочи криты не работают. Я как-то вылетела из головы вообще на деле. Потому что порождение Азада, он вообще на самом-то деле персонаж такой довольно серьезный, но при этом на нем критульки не работают вообще от слова совсем. Так что не будешь привязывать больше? Ой, привязал, нормально. То как-то быстро слетела привязка. Так, раз, два, три. Да, 70 тысяч, видите, можно бить до бесконечности. В любой момент может, конечно, выпустить рептилию, но его спецпри... Ой, все, фризить, игра начала. Вот это я понимаю, пошел экшон. Так, ну с фризами играть интереснее в разы. Экшен начался, и это хорошо. Замечательно, замечательно. Фризы, они как будто дают какую-то небывалую возможность данным персонажам победить еще меня в разы быстрее, нежели чем они первоначально могли это сделать. Видите, я даже 90% попасть не могу. Но хотя бы привязка сработала. Это уже хорошо. Раз, два. И далее мы снова выцепили данного персонажа. Да, с ним надо будет повозиться прям очень хорошо. Прям дико хорошо. Так. Так, 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 и раз, два, и снова. О, игра вроде перестала фризить. Да, немножко перестала, хорошо, отлично. Я бы даже сказал, замечательно. Все, привязка есть, и есть увечья. Ну, да, тут, блин, прям бить этих персонажей можно до посинения. Они настолько жесткие на деле. Прям дико жесткие. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Хорош, 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 хорош. Видите, я до сих пор его добить не могу. Типа, до сих пор он держится на 60 тысячах. Это удары ни в куда просто идут. Они просто идут ни в куда. И тут, конечно, надо бы привязать персонажа. Но как попасть-то в 90%, когда у тебя игра фризит, я не знаю. Это тайна... Да, вот все, 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 все. Скорпион исчез, он сейчас полностью восстановится. У него сейчас будет восстановление. А, ну, хотя он тут появился, конечно. Может быть, получится выцепить спецприемом. Блять, конченая игра. Как же ты заколебала своими этими ебаными лагами. Ну, серьезно, я не могу. Я вот ненавижу просто эту игру из-за того, что она конченая в плане лагов. Это просто жесть. Ни одна игра реально не лагает на этом телефоне. Ну, ни одна. Только вот этот кусок говна лагает. По-другому и не назвать эту игру. Ошибка, 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 лаги, кусок говна, ошибка. Вот, вот так вот происходит. Все, это все, что я в ней вижу. Да, ребят, подписывайтесь на мой телеграм-канал обязательно. Может, кто-то забыл это сделать в какой-то определенный момент времени. Обязательно подписывайтесь. Там происходит движуха. Есть чат, есть телеграм-канал. И там вы можете заценить, например, стримы, где я играю в Смуту. Да, в новую игру. Говорят, что это игра года, поэтому обязательно переходите в телегу. Не пропускайте мои стримы. А также параллельно еще и подписывайтесь на чат, где обсуждается наша любимая игра Mortal Kombat Mobile. И, конечно же, там выкладывают ребята то, что им выпало. То, что выпало из бесплатных наборов за просмотр рекламы. Там очень многим Джокер повыпадал алмазный. Мне до сих пор нет. И поэтому там есть некое движение, движение. Так, ну и что ж, давайте открывать теперь на данный момент. Нет, не сюда я зашел. В магазин. На данный момент откроем 11 наборов с экипировкой. Почему именно я хочу это сделать? Да, а, не 11, 10 наборов. Да, 10 наборов, потом еще, да, открываем. Короче, почему я это хочу сделать? Потому что у меня до сих пор есть желание выбить блокбрейкера. Потому что, ну, вы видели, я почти прошел поединок. Все, что мне не хватало, это более-менее частого пробивания по Люкану. Если бы оно было, мне кажется, я бы этот поединок прошел. А так, да, есть вот эта вот дебильная проблема.
с нехваткой блокбрейкеров. Прям вот жестко нехватка блокбрейкеров. И здесь мне ничего не падает из этого всего. Печально. Так, давайте смотреть здесь. Сюрикены. Ага, плащи и зеленка. Понял, понял. А далее сюрикены. Ага, плащи и... Да, да. Странная ситуация. Медальон. О, синька. Молот гнева, ребят. Молот гнева выпал. Пятого слияния становится. Растет, растет. Давно не открывал, кстати, эти наборы, поэтому и молот гнева давно не прокачивался. Сюрикен, перчатки. Молот гнева, шестое слияние. Два эпика сразу же моментом. Так, снова набор. Снова набор. Давайте посмотрим, что будет сейчас. Ну, прогрузочка, целебные травы, меч. Ну и теперь, да. По редким картам вообще ни одного блокбрейкера не получил. Че за дичь? Опять молот гнева выпал. Как бы классно, но с другой стороны хотелось бы именно прокачку на слияние какой-нибудь бензопилы кочевника, я не знаю. Ну, давай, 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 открывайся. Ну, ай, два снаряжения, это дичь просто, ребят, это просто дичь. Ну, так, сюрикен, перчатки скандалиста, да. Эх, я даже не знаю, что и сказать. Медальон душ. 700 тысяч на это. 700 тысяч на вот это говнецо. Так, у меня будет 140, хотя бы еще два набора открыть. Да, будет 140, еще два набора я открыть сумею. Думал потратить на какие-нибудь карточки, повышение сил на персонажах, но потом понял, что блокбрейкеры мне нужны. Попытался их выбить, выпало говно. Да. Вот такая вот ситуация. При этом, потратив 800 с лишним тысяч монет, я ничего не получил, кроме что профиль не синхронизирован. Спасибо, игра огромнейшая, за то, что мой профиль не синхронизирован. Так, меч, ага. И тоже зеленочка одна. Я не знаю, тут шансы вроде на... Я перепроверю шансы, но, по-моему, тут 15%, да? Я не знаю, может, не 15, может, я уже запутался в этой всей теме. Может, уже и не 15. Сейчас я гляну. 15% на редку. Где эти 15% были на редку? Я не знаю, они, может, там процентами ошиблись. Какие 15% на редку? Но при этом снаряги молот гнева прям процветает. Шестого слияния уже. Силен, силен. Единственное, что мне это ничего не дает, потому что повышение шанс критического удара только на 10-м будет. А шоукана у меня до сих пор нет. Потому что не было охоты за реликвиями. Поэтому в чем прикол? Непонятно, не ясно. Ладно, давайте в магазин. Перейдем, подкрываем наборы воины стихии. Катя сказала, сегодня открывать не будет, поэтому открывать буду один. В любом случае, она просто не хочет мне снова скорпион МК-11 выбить, она сказала. Поэтому она говорит, не-не-не, все, нет, хватит тебе, хочу, первого слиняли. А что? Да. Что она хочет? Она хочет, чтобы мне говно выпало. Вот. Я в шоке, я в шоке. Вот это поддержка, я считаю. Но сейчас игра, она такая услышит и выдаст что-то интересное, потому что она просто противоречить будет. Да, поэтому мы открываем набор и... Скорпион Инжастис. Ну, не без говна. Не без говна, конечно же. Конечно же, это нормальная ситуация. Так, и еще один набор, Войны стихий. Открываем его снова, это, возможно, даже будет последний набор. Если я успею за 18 часов нафармить еще на один, я обязательно его открою, я думаю, успею. Вот, но в любом случае, это уже одни из последних наборов Войны стихии, которые я могу открыть на данном аккаунте. И поэтому, да, хотелось бы видеть здесь что-то интересное. Скорпион МК-11, давай не подведи меня, мне всего-то ты один нужен, хотя бы еще один. Еще один, одинешенек. Скорпион Инферно. Почти тот, что надо, но не тот. Бля, какая же это конченная ситуация. Да, потратить 300 душ ради говна. Но Скорпион Инферно, я не помню. Блин, какой-то из скорпионов он дает неплохую базу, конечно. Но та база, которая мне на данный момент мало чем поможет, определенно. Сейчас я гляну даже, что там Инжастис, что там Скорпионы эти, Инферно, Инжастисы, где они вообще у меня все, они, наверное, не прокачаны. Кстати, Скорпион классика выпал был. А, да, я вроде в ролике это демонстрировал, поэтому можете радоваться. И, кстати, выпал Смоук классика, вот Смоук классика, этого вы точно не видели, выпал Смоук классический, в принципе, команду классиков можно собирать уже. Ну, маловероятно, что она мне чем-то поможет. Да, на сопротивление отрицательным эффектам это, конечно, роль играет. Но в любом случае, это не самое важное, мне кажется, в этой игре. Ну и где? Скорпион Инферно, вот он.
Инферно вступает в бой, он получает 200% к урону. Не-не, это говно. Это говно. Я думал, усиление к длительному урону будет, но не тут-то было. А Injustice Скорпион плюс 25% к урону врагам по действиям огня. Ну, тоже ерунда. Ну да, если бы он был 10-го слияния какого-то, может быть, в именно в боевке со Скорпионом и К-11 он как-то помог. Но а так, по большей части, это все ерундистика. В общем, ладно, вот такая вот ситуация произошла именно сегодня. Вот так вот мы отыграли именно сегодня. Да, выпало не то, что хотелось бы, но предыдущий ролик, конечно, был прям динамичный по алмазным картам. И это главное. Да, в этом ролике скукотища какая-то. По поводу, кстати, смертельной башни, я сейчас нахожусь на 20 каком-то поединке. По поводу башни Черного Дракона, я нахожусь на 99-м поединке обычки. Поэтому скоро хоть какая-то экипа башни Черного Дракона мне выпадет. Потому что мне до сих пор ни одной редки не упало. Ничего. Это ужасно. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч.